уровень белорусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран. Это результат кропотливой многолетней работы, которая позволяет строить серьезные планы на будущее. Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях, а степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы. Хорошую основу для масштабного сотрудничества создают схожесть приоритетов социально-экономического развития и взаимное стремление укреплять реальный сектор экономики. Поэтому сегодня мы уже в узком составе сделали особый акцент на расширение диалога именно в экономической сфере, потому что других проблемных вопросов в сфере политики, военно-технического сотрудничества, дипломатии у нас практически нет. Наши взгляды на основные проблемные вопросы международной повестки дня однотипны или схожи. Казахстан – наш ключевой торговый партнер. За 3 года увеличили товарооборот более чем 2 раза. Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота между Казахстаном и Беларусью. Да, есть определенный дисбаланс торговли в пользу Беларуси, но в последние годы, это хорошие темпы, существенно вырос импорт из Казахстана. Это реальные результаты совместной работы, и мы готовы рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению сбалансированного товарооборота. И как мне только что докладывали наши специалисты, члены правительства, по всем вопросам, которые в повестке дня у нас стоят, в двусторонней повестке дня, достигнуты соглашения. И мы сегодня готовы двигаться дальше от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий.